букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Могут занять круговую оборону, отречься от внешнего мира или занять позицию страуса, прячущего голову в песок. Звук Б в этом имени означает постоянство, рациональный подход, пробивные способности, стремление к материальной обеспеченности. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Человеку с буквы К в имени всегда присущи загадки. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Восхищение окружающих вызывает их коммерческая жилка и исключительный предпринимательский талант. А так как эти люди очень честолюбивы и не любят быть среднячками, их деловые начинания поражают своим размахом и своей смелостью. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве И, мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Бывает, что это люди слишком мягкие и могут спокойно относиться к критике. Чаще всего владельцы этого имени достигают своей цели путем приобретения значительного материального и общественного положения, что ему дается благодаря личным достоинствам и заслугам. Буква К символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Это имя не вызывает отрицательного восприятия. Звук «Б» в этом имени иногда связывают с упрямством и упорством. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Обладателю этого имени импонирует величие и успех. Они презирают любую посредственность и все вульгарное. Люди строгие, но справедливые, требовательны к себе и к окружающим. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Люди, имеющие букву «З» в имени, чем-то похожи на бензопилу. Из-за острого представления имени, но не стоит думать, что под этим именем скрывается сварливость и вечная недовольство. Там, где другие 10 раз свернули бы себе шею, владельцу этого имени повезет. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.